Всем привет, друзья! На связи снова мы из Южной Кореи. Сегодня мы приехали с семьей в парк у реки Хан. Вот она, река сзади меня. Я со своим младшим сыном. Мы тут ищем моих старших детей. Они убежали вперед. Я от них отстала. Они вместе с папой катаются на самокатах. Идем их искать. Людей очень много. Все гуляют. Погода, потому что позволяет, наконец-то нет влажности и сильной духоты. Некоторые расставили палатки. Мы, к сожалению, палатку нашу сегодня с собой не взяли. Но ничего, возьмем в следующий раз. Сюда мы будем приезжать теперь часто. Пойдем. На корабль. На корабле есть ресторан, также круглосуточный магазин. Мы хотим что-нибудь перекусить. Иностранцев здесь помимо нас много. Аккуратненько. Хорошо? Красота. Оставил, да? Молодец. Оставил свой самокат. Его никто не заберет. На корабле также есть развлечения. Всякие игры для детишек. Друга себе нашел. Мы решили покататься на корабле, взяли билеты, стоим сейчас в очереди. Впервые буду кататься по реке Хан. И это все очередь заканчивается аж там. Посмотрите на небо, какое оно красивое. Удачное мы время выбрали. Как раз таки будем кататься на закате. Я попел. За билет мы отдали 80 тысяч вон. Туда входит стоимость за двоих взрослых, одного ребенка. А вот Эль и Джун прошли бесплатно. Будет также музыкальное выступление. Большой концерт. Нужно будет оставить коляску, сказали. Ну все, мы отплыли. Очень красиво. Сейчас на втором этаже, на первом этаже чуть позже будет концерт, но там все занято, очень много людей, поэтому мы сразу поднялись сюда. Спасибо.
Dear passenger, welcome to the Eon Cruise. For your safety, please... If you are feeling sick or need any assistance, please call. We hope you enjoy your trip with our Eon Cruise. Thank you. 고객 여러분께 Довольный мальчик. Он в жизни уже все повидал. Его 1.5 месяца. Муж купил рыбку для чаек. Банзе!방콕 우즈벡 공주를 관람하겠습니다.
다시 한번 안내 말씀 드립니다. 이런 점은 안전을 위해 현재 위치에서 방포무지개 분수를 관람하겠습니다. 앞쪽으로 보이는 방포대교에서는 방포무지개 분수가 가득... Мамин капитан. Здесь есть также магазинчик на корабле. Можно купить. О, даже фрукты есть. Нам курочка. Курочка с пивом, с колой, с содовой. Вот так вот это выглядит. А есть сырные шарики. Здесь продают также сувениры, и мы тоже купили один. Вот такой вот магнитик. У нас коллекция дома магнитиков на холодильнике. Наш круиз на корабле подошел к концу. Здесь на суше очень красиво. Людей вечером стало еще больше, намного больше. Продают уличную еду. Здесь клубнику продают, карамели, виноград. С той стороны тоже много еды. Может, пошел покупать. Я захотела вот такие штучки сырные. Кукурузу продают. Шашлычки куриные. Тарбоки. Сырная палочка, курочка гриль. Снова курочка. Таки продают здесь. Снова такоки. Все-таки взяла себе вот эту монетку сырную. Первый раз буду ее пробовать. Мы тут расстелили наш мат. Кирюшка тут лежит, устал, бедный. А и Элька с мужем где-то катается, и Денчик все еще спит. Муж купил игрушку, которую нужно запускать в воздух рогаткой. Вау! Все, новая игрушка теперь появилась.
Мой старший котеночек уснул, вымотался за сегодня. Мы сегодня целый день гуляли. Скоро же поедем домой. Здесь можно в аренду взять маты постелить. А также вентиляторы, еще есть ночники. Очень много разных видов, форм, цветов. Бери какой хочешь. А здесь продают алкогольные напитки. Очередь из тех, кому можно, а нам нельзя, мы идем домой. На часах 10:30 уже, и до сих пор приезжают очень много людей, и в основном в это время приезжают же парочки на свидание. А мы уезжаем домой. Время молодежи. Я тут тоже раньше гуляла в такое время с друзьями, но это уже было в прошлой жизни. Сейчас уже все, я мама трёх детей. Куда мне гулять? Хотя иногда я очень скучаю по тем временам. Ну ничего, вот детки подрастут, лет через 10 мы сможем с мужем ходить на свидания в такое время. Хотя навряд ли в такое время. Кириллу только 15 исполнится. Не хочется его оставлять на двоих младших братьев. Но когда-нибудь настанет наше время с мужем.